Привет всем, привет, ребята. Это истинный следователь. Обнаружилась такая проблема с нет-топом. Это Asus 1033 к телевизору подключен. Антенна не подключена, обычная телевизионная, потому что она не нужна нормальному прогрессивному человеку. И он начинал медленно работать. Я посмотрел, что этот процессор часто загружен под 100%, и он действительно очень слабый. Атом просто не покупайте, а на Атоме он даже 720 разрешения не тянет на YouTube. Ну, еще есть проблема в том, что в этой области винчестер находится. Он как бы сейчас я не могу поднять, он под крышкой, под платой, и очень сильно греется. И здесь им нужно было сделать вентиляцию сверху, отдельный вентилятор для охлаждения жесткого диска, а он сильно греется. Здесь есть решетка вот сбоку, но это только когда он стоит. Если бы он стоял, то воздух бы двигался, а так, когда он лежит, воздух не двигается. Вот, а подставки у меня уже нету. Да как-то неудобно, наверное, ставить. В итоге получается вот, который диск установлен в нетопе, 68 градусов. Это очень много, конечно. Ничего сделать не могу. Это Seagate. И сейчас вот внешний подключен, 52. Тоже много. Уже не знаю, что сделать. Может быть, коробочку только взять из металла. Это вот такая вот пластиковый бокс. Вот такая вот проблема обнаружилась. Из-за этого нетоп начинает очень-очень медленно работать. И изначально охлаждение плохо сделано инженерами Asus. Здесь вот выводится воздух от процессора, но тоже недостаточно. Греется сильно, 50-60 градусов. Так что им нужно было лучше делать охлаждение. Здесь решеточки надо было сделать сверху снизу, рассчитывать на такое положение горизонтальное. Ничего Asus сделано не было. Либо единственно ставить SSD-диск, но пока не хочу, они очень маленькие по объему. Сейчас здесь стоит 500 гигабайт, который вот так сильно греется. На этом все. Пока, ребята.